Я, знаешь, у меня есть ебанутая цель, то есть, прикинь, я 5 лет не пил, и цель сейчас всей моей жизни бросить антидепрессанты. Набухаться, я нахуй. Как, последний раз как рок-звезда, нахуй. Невозможно умереть, но это надо быть... Стой, а в ГТРП, конечно. Естественно, блядь, естественно. Подождите, подожди, а скажи, пожалуйста, а ты, то есть, а если ты их... Ты пробовал за эти 5 лет не пить антидепрессанты? Что с тобой происходит, если ты их перестаешь бухать? Ну, пить. Ужасная вещь, я начинаю сам себя отсасывать непроизвольно. Причем, знаешь, как ежик, знаешь, когда он пугается, он так в комочек скалывается. Такая же хуйня, прям просто вот так падаю, начинаю курить. Ну, кстати, ты знаешь, что ежик, ты знаешь, что ежики не до конца в калачик сворачиваются? Не до конца? Ну, Слава, получается, до конца. А я до конца сворачиваю. Да просто носом в жопу и все. Не, а на самом деле, ну вот без пизды, ты пробовал не пить антидепрессанты? Что у тебя происходит? Смотри. Ну, наверное, и так все это знают, я просто, блядь, не ебу. Не, я особо, меня никто просто не спрашивал, если честно, я об этом никому не рассказывал. Ну, он просто начинает людей бить, если что. Нет, ГТРП, опять же, естественно. Ну, нет, я этого не делаю. Нет, без ГТРП. Просто очень хуёвое настроение, очень грустные мысли. Нет позитивных мыслей, так сказать, понял? Загоны какие-то? Сахуя. Да, загоны там, у меня вот это еще есть ипохондрический синдром, так сказать. Понял, я там все 10 раз за день ракси ставлю, блядь. Ага, ага. А подожди, и ты 5 лет их пьешь уже, типа... Слушай, я пью, и мне очень хорошо. Но это и не реклама, что антидепрессант, не пейте. А типа, они не... Там нет толерантности, тебе не надо их потом больше начинать пить? Ну, в какой-то момент я повысил дозировочку, кайфовый стал. Бля... Смешал кое-что. Бля, а и ты не планируешь с них слезать, типа? Ну вот, я же тебе сказал, это не шутка была. Я хочу слезть, чтобы бухнуть. И потом опять на них сесть. Может, сегодня слезешь? Ну там должно время пройти, так бы с ним. Долго прям, сколько часов? Типа 3 часа не хватит, бля, я только 2 часа назад выпил. Это сутки надо продержаться? 2 недели. О-о-о, жестко. Да. Так это дохуя пиздец. Я хочу сделать прям ебанутую вечеринку, когда я нажрусь, знаешь, чтобы меня смотрели, как в зоопарке все ебаные. В клетке чисто. Давай будешь сидеть? Да, с глютеном программы. Слушай, а, блядь, ну ты типа не тебя не пугает перспектива того, что ты всю жизнь их будешь хуярить? Пугает. Вот какая по-моему перспектива? Смотри, у меня еще раньше была такая тема, что я очень там боялся выступать, вот эта вся хуйня, да, и я каждый раз для храбрости хуярил, ну, бухло, понял, чтобы отвлечься, вот, расслабиться и так далее. Какая перспектива хуже? Всю жизнь антидепрессанты пить или всю жизнь бухать? Не знаю даже, что лучше. А как они по здоровью дамажат сильно? Нет, вообще никак не дамажат. А, сделали. Как это? Вообще никак не дамажат. Реально? Вообще не дамажат? Ничего, вообще ничего. Интересно. Ты гораздо быстрее окочуришься от старости там и так далее, нежели от антидепрессантов. Вот она, современный мир. Все звезды зависимые, нахуй, да? А ты что-нибудь, Вадя, ты что-нибудь, ну, типа, у тебя есть какие-нибудь зависимости? Мегма. Зависимости, ну, к сперме больше всего. Ну, она вообще не славная. Ожидаемо, конечно. Хочешь поднять бабла? Заходи на Apex. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. В каком это независимость? Да, да, конечно. Понятненько все с вами, господа. Не, энергетики, бля, реально, я задумаюсь, пиздец, я столько энергетиков пью. А сколько, кажется, ты их хуяришь? А сколько ты их хуяришь? Да я хуй, я могу, у меня бывало такое, что я месяц прям их пью. Вот месяц каждый день. Ну, по сколько? Пиздец. Ну, по 0,5. Да это ж хуйня вообще, это не страшно. А как это? Это вообще не страшно. Это длится года 3 уже. Да это вообще не страшно. Это хуйня. Ну вот, не знаю, доктор, который меня вел, он сам практически каждый день пьет энергетики, и он просто говорит, этого абсолютно ничего вредного и нет. Куда он тебя привел? А он меня надеюсь, больше не ведет. Пенисом. Я же не я же теперь не в Москве. К пенисам. Да вообще, особенно если без сахара хуяришь, то вообще ничего страшного, типа реально. А без соли ты как вообще? Без соли тоже нормально. Доктор больше не ведет меня. Бля, я помню, короче, увидел твою тему, как ты говорил, типа, короче, когда ты похудел, вот какой-то раз ты, типа, поднабрал в Дубае, ты говоришь, бля, я вот понял, я, типа, похудел, начал выглядеть пиздато.
И я понял, что вот все, мне кайф. Я такой тоже замотивировался, думаю, да, охуенно, и уже вечером ебашил. Жирную всякую хуйню. Не, мотиватор ты хороший, но что-то... Но что-то не сработало нихуя. Да нет, там такая хуйня, ты захочешь похудеешь, и все, тут мотивация не нужна, просто захотеть, и все. Вот опять мотивация пошла нахуй. Бля, ебать ты сильно мотивируешь, брат, пиздец, прям хочется сейчас член взять просто. А ты мотивацию от бустера видел? Я, ну нет, но я догадываюсь, что там. А, типа, про эшкодишки? Я тебе рассказываю, он вот это напиздел, собрал телеграм-канал, говорит, давайте все замотивируемся, будем правильно питаться. 90 дней, я очко свое ставлю, собрал людей там, и уже на ветер эшкодишку пыхал. Бля, брат, перегорел, слишком сильный напор энергии дал вот эту сферу, блядь. Телеграм, мы сидим все в телеграме, там такие замотивированные. Просто полдня, нахуй, все хуй забили просто сразу же. Вот знаешь, резко, когда резко переключаешься, когда бросаешь фастфуд, таблетки. Фастдиксак. Курение и так далее, вот все, тебя резко кроет. Нельзя, надо потихонечку, если ты член посасываешь по часу в день, хотя бы каплю в день должен под губу скинуть. Согласен. Нельзя резко бросать, нельзя соскакивать резко. Корнишон нужен. Корнишон должен залететь за щеку, как минимум, стоматит. Так, сейчас, господа, я закажу что-нибудь похавать, блядь, пиздец, охота. Ну, самая долгая доставка еды, блядь, знаешь, когда весь стрим сидишь и выбираешь, блядь. А, ну, слушай, такие темы интересны, сложно, блядь, как-то этот... А еще аппетит разогрелся. Рекомендую хот-доги. Или cold cat. Что-то хочется все-таки более такого, блядь, здорового, короче. Да. Здорово! Да. Я сейчас фотку. Там не маленький, по-моему. Здоровый хот-дог. Диман, у тебя есть здоровый хот-дог? Угу. Имеется. Во рту. Каждую ночь. Сейчас прям. Да. Или сейчас стрим. Да похуй, я думаю, быстрее его быстро разводим. А реально, вот, ну, мне прям, я слышал вырезки, не вырезки, я, ну, часто вот эти шутки такого характера, блядь, нормально. И, но не думал, что это настолько огромная концентрация. Это как бы тут огромная, было... Огромная. Это было... В зависимости от пениса. Это здесь принято или это вы принесли эту моду сюда? Мы с собой в штанах. Ну это же шутки. Не, я понимаю, просто, ну типа, мне интересно, кто моду эту... Слушай, я бы не сказал, что эта мода просто залетела мне в одним днем за щеку, и я что-то, бля, думаю, слушай, прикольная тема, ебаная серия. И начал... Просто как психолог, да, я бы сказал, что это все детская травма и защитные механизмы, как бы, и ты просто компенсируешь. Мы так думаем. Детская травма у меня была, я ахилл повредил, бля. Я думаю, мало вряд ли, что это как связано. На футболе, бля, просто подсечку ебнули, как раз Артем подкат мне ебнул. Mortal Kombat. Да, да. О, хочешь, я тебе расскажу? Меня очень сильно просили рассказать про дедушку. Я не знаю, зачем тебе эта информация нужна, про дедушку Гаечки. Короче, ты знаешь персонажа из Mortal Kombat, Саб-Зира? Да, да. Ты знаешь его, ну, хронологию, как он стал все-таки Саб-Зира? Нет. Он возвращался пьяный домой зимой и уснул под забором. Ага. И замерз. Угу. Ну и все, дальше трилогия Mortal Kombat. Блять. Диман сейчас кинул в телегу шутку. Или подожди, это реально. Вы не показываете нас. А при чем тут дедушка Гаечки? Ну, в смысле? Ну, ты не со Скорпионом дрался? Гаечки есть дедушка. Я понял. Это же просто круг железный, блять. Ну, ладно, сейчас. Дедушка Гаечки — это ржавый болт. Гаечка дедушки. Да, я первый номер. Все, пацаны, я почти заказал, реально. Давай, ебать, тебе прям тяжело идет. Мы, кстати, мне кажется, как будто этот. Мы давно не говорили о членах. Да, выборы, пацаны, делать выбор — это самое сложное вообще для мозга, нахуй. Я чел, тебя тебе, что Вадя опять опозорился. Почему опять, блин? Почему опять, если у него RS7? Хорошая. Это такая глубокая, если, знаешь, глубинная, я бы сказал, марианская. Горловая шутка. Горловая шутка. Диптроу. Королевский миньетик. Значит, это венецианский кунилингус. Венецианский миньетик. Это новая методика, бля. Диман просто, когда мы гуляли по Венеции, он встретил бабушку без зубов. Ну, дальше я думаю, что... Диман рассказал, что пару зубов у нее было. Как раз это, значит... До Димана. Это такой... Как карабин, бля, на бан. Это команда джампинг, бля.
Пару зубов было, потом высунул уже все. Потом крем-корегу взял, нахуй. Потом крем-сода. Бля, кстати, а тебя так-то нормальные челы смотрят? Ну, без рофлов. Ну, а как понять, нормальные они или долбоёбы? Ну, у нас... Спроси, кстати, вы нормальные? Просто смотри, спроси, вы долбоёбы? Если они ответят да, то они нормальные, понял? Угу, но сейчас уже бесполезно это спрашивать, они будут притворяться нормальными. Не, нет. Давайте тогда вот так. Они должны переиграть. Стой, давай сейчас тогда вот так. Чат, вы не долбоёбы? Я вот сам даже не знаю, как сейчас ответить правильно. Ебать не сложно. Не долбоёбы. То есть, если отвечаешь да, что значит? Вот хуй знает. Вы не долбоёбы. Чат, вы не долбоёбы? Да, не долбоёбы. Да, не долбоёбы. Да, то мы не долбоёбы. Ну, пишут нет, видишь? Он пишет нет, мы уебаны. Ну, значит, они долбоёбы. А, тут у нас мыть... Жалфрит, он такой, А, Б, В, Пи. О, боже. Меня аж нахуй как будто током ёбнуло. Нормально, 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 пацаны. Все нормально. Я хотел сказать, что не считая долбоёба одного, который пишет, что его скучно, все остальные вообще прикольные пацаны. Ну, смотри, он пишет скучно, но сидит тут, понял, никуда не уходит. Он пишет скучно, но значит, он обманывает сам себя. Сука, ты же смеешься, да? Когда я смеюсь? Кто смеется? Чё, не понял? Ну-ка. О, блядь. Тебе чел пишет. Решер, отреагируй на это. Что пишет? Чё ты офаешь, клоун? Я не офаю. Сейчас, подожди. Я как-то всё врасплох застал сам себя. Так, и я, оказывается, донаты все это время были опять спрятаны где-то. Приколись, ты такой, типа, стреляешь за предку, резко пугаешься, из-за страха встаешь, ты в этот момент без трусов, и пытаешься, знаешь, типа, прятать член, поворачивать спиной, начинаешь срать, короче. Звучит как охуенный план на следующий, блядь, стрим. Бля, как лебяку выдавить фэн, прям, чтобы сфинктер выпал в упор. Вот это перформанс, кстати, не? Новая эра. Надо сразу три штуки закастовать, приколись. Слушай, а что, то есть жопой срать тоже нельзя? Ну, да чё, может попробовать. Даже если по-твоему, типа, нельзя голую часть тела, но если сейчас снимешь, то... А если срать можно? Ну, это же естественный процесс. Вот туда, в глазочек. Не, ну какой естественный процесс? Настолько уже на естественный, чтобы, блядь... Ты на ютубе срёшь в клипах? Я, бля, в каждой песне, нахуй. Бля, приколись бы, банил бы передёжку. Чё, ничего, учимся, всё нормально. Алишер, вопрос из чата, читайте. Давай. Почему девочка молчит? Блин, а они там даже шутить умеют, да, в комментах? Они... Ты чё? А они разъёбно шутят, очень. Интересно здесь это, как нет, это называется? Нет, ты ещё не прокусил тут шутки. Да, я вообще не выкупил пока саму эту... Как это называется? Вот когда Сообщество. Во. Я как бы привык читать просто рифмы и панчи, комментарии, и там все-всех хуесосят. И мне это так нравится, типа, а здесь что-то как-то все так мило. Не, нихуя. Тут может быть и не мило, пиздец. Чат, скажи. Чат, можете прям мразотами конченными стать, да. Опять же, смотри. А если вот... Все, я понял. Не будем возвращаться к этой теме. Не надо, кто не, лучше, не надо. Ну вот смотри, пошел нахуй, пишут, вот. И чё, как на это реагируют? Не знаю, можешь закуситься. Просто кайфани, брат. Ты пошел нахуй. Не, нахуй так надо, тогда тебе все будут писать. Да? Да. Не, просто кайфани, вот понял, он тебя послал нахуй, он на самом деле тебя пиздец любит, я тебе, блядь. Вот чел пишет, что за молодежь возле бустера? Вот, понимаешь, он меня вот любит нахуй посылать, но я ебать как с этого кайфую, мне пиздец. Не, меня на каждом концерте толпой орут, чтобы я нахуй шел. Это я, и вот поэтому я очень скучаю, тебя конечно, любят, да. Тебя любят. Это факты, конечно. Чем больше вот, тебя посылать нахуй, тем больше тебя любят. Вот Павел пишет, ебало офму, квадрат ебаный. Угу, да, блядь, он сейчас сказал, что он тебя любит. Неплохо. Да. Неплохо. Вот это квадрат уже почти как в рифмах и панчах. А вот, смотри, а вот Спойк пишет, стрим душный, когда оф. Скучно. Тел пишет, хули тут старый забыл. По-моему, просил Алишера, чтобы его хуярили. О, кстати, тут такая шутка, из которой ты не поймешь. Прилетело из чата, тебе пишут, что ты хуже Зарка.
Блять, вот это уж перебор, чел. Успокойся. Это перебор пиздец. Зарка вот это... ушел из России. А что такое Зарк? Не уходил, остался. А что это? Друг Бершка. Это... А, друг Берка, да. Чисто. Друг Берковый. Лена? Уважаю. Лена, это бывшая жена Димана. Хорошо. Так, что ее отъебали. Вопрос тут такой спросил. У нас недавно был... Подожди, Алишер, ты умный вообще вот, сам по себе? Гений. Пиздец. Ты гений, да? Хорошо, смотри. Вопрос тебе такой. Рассуди нас, пожалуйста. Зачем завтрак называют завтраком? То есть завтрак, его нужно есть завтра. Ты же не можешь его съесть сегодня. То есть сегодня должен быть сегодник, правильно? Ну так точно. Ну а обед, а обед? А похуй на обед, ебать. Ты уже поел. Ну ты, наверное, просто ложишься спать и такой, бля, вот завтра вообще похаваю охуенно. Он, кстати, в курсе, что ужин изобрел Юджин. Ужик. Блин, очень, очень странно себя чувствую, пацаны, если честно. Вот. Изжога? Почему? Не, просто... Почему? Ну... В атмосфере пенисной атмосфере такой? В том числе. Вообще все, все звезды сошлись, как бы вокруг хуи как будто летают, и я при этом всем трезвый еще. Что показывает твой еще счетчик Гейгера? Количество пенисов превышено, да. Трещит прям, трещит. А вот оно-то проныривается уже, понимаешь? О, нет. Я, кажется, уже начинаю раздвигать анус, блядь, нет. Вот они, шуточки, блядь. Если хочешь пройти крещение, так сказать, стрим. Проскользнули, как говорится. Нужно прям сейчас скинуть свои портки и навалить кулебяку, блядь. Сможешь сделать? Это реально не баня, то есть сейчас новые правила вышли. Ага, если бассейн еще рядом. Если унитаз в кадре, теоретически? Можешь срать. Похуй, сори тогда. Давайте все, 100 тысяч как бы онлайна, да, и срём. В GTA RP. Я, в принципе, без этого раньше нормально жил. Согласен. Что, может, этот... Покажешь мне в итоге игрушку эту, или пошла эта игра нахуй? Ну, а может быть, я думаю, пошел нахуй. Может, это не может, я пошел нахуй. Атмосфера. Слышишь? Базар. Атмосфера. Мы сегодня сидим просто с девочкой, да, вчетвером, обсуждаем какие-то... Да. Я не девочка. Ты еще та девочка, но не всегда, конечно. Ребят, если что, вдруг иногда я... Иногда я девочка. Донаты починил, отдавайте мне все деньги, реально. Потому что вы их проебете бездарно, а я проебу... Бля, ты так заебал. Еще одно слово, и я просто тебе себе отсосу. А почему старый прячется постоянно? Бля, где колпак? Он лох, потому что. Комплексы какие-то? Да. У него очень маленький член, 36 лет. Бля, тут надо понимать такой факт, то, что у него, понимаешь, у него, во-первых, сколиоз, то есть он горбатый, бля, ебал, как он как капибара, блядь. Полный пиздец. Ну, в тот же момент очень добрый и искренний человек. Я, кстати, я не знаю, иди сюда. Офы с позором, стрим хуйня, вот. Не бойся, говорит, иди сюда, блядь. Давай, ротик. Да куда? Короче, проводи. Да, да какой правда? Куда их поставить, блядь? Пусть тут стоят. Чел пишет, завтрак готовят с вечера на завтрак. Нет, завтрак готовят утром. Если с вечера он будет хуёвый. Ой, я вам так скажу, ребят. Похуй. Уважаю. Всё? Всё? Мысль закончилась? Да. Нога, знаешь, мысль должна быть короткой и ясной. Согласен. Зато все поняли, блядь. Похуй, похуй. Чё бубнеть, блядь? О, Зарк в чате. Слышь, добавляй тоже. Знаешь, что такое Зарк, блядь? Зарк легенда вообще. Это тот, кто дал нам жизнь, блядь. Это изобретатель кислорода. Реально. Шеф. А первый стример на Твиче. Блядь, уже интересно теперь стало. Один из девелоперов, так сказать, если по-английски. Где Титан? Он остался. Так а в итоге кто первый, Братишкин или Зарк? Зарк, ну, Зарк это основа. Братишкин, можно сказать, ну, вы, так сказать, из ну... Из Зарка появился. Из Зарка, да. Uh-huh. Сказать, из его коммуналки двухкомнатной. Когда Братишкин на стрим придет? Вопросик такой. Надо обкашлять. Да можем хоть сейчас звать. Братишкин! Заходи! Все, по рукам пошел, ебать. Зарк, ага. Все, да, просто мне интересно стало, я начал гуглить. А то там нет фоток, да? Он скрывает свое лицо. Ага.
Вы заебали про мои глаза писать, господа. Все, я отныне буду просто говорить, что я... или нельзя блядь, говорить, вечер, глаза не врут. Захотелось члена, да? Постримил. Постримил 2 часика, члену захотелось. Глаза не врут, блядь. Сколько? Глазки бегают, бегают. Знаю, глаза бегают. Не врут, не врут. Я хочу, чтобы меня отъебали прямо сейчас здесь в рот. Вот. А вот чем вы занимаетесь, когда вам делать нехуй, например? Ну, типа... Часто возникает такая ситуация, когда тебе делать нет? Каждый вечер, и вот я начинаю бухать. Не связанная с пенисами. Ага. Да, ни в коем случае нельзя бухать, я так скажу, это просто ужасающе. А ты просто, да, ты просто не помнишь, как это. Это охуенно. Это было охуенно, я просто завидую. Да, я завидую, мне пол. Сука, тоже хочу бухать. Бля, я так мечтаю, я послежу, чтобы с тобой все было. Бля, я так наш нахуячусь. А типа самокрутки курить тебе ок, да? Я не курю. Я не курить ничего. Угу. Курю, блин. Я на полном спорте. А можешь тебе просто один день вот вообще отвязаться от всех правил этих? Как? Он не может. А что, а если ты поверх антидепрессантов себя вольешь, тебе что, пизда? Ну там есть разные, то есть непонятно, что будет. То есть, как бы. Возможно, он мутирует. Возможно, я мутирую и превращусь в колоссальный титана. Ты смотрел атаку титанов? В курсе, что я титан? Напиши бустер ра-ра-ра. Бустер ра-ра-ра, напиши. Чтобы ты понимал, я выпил костной жидкости на день рождения Илюхи Эксайла, блядь. Это где? На ютубчике поискать? Да, на ютубчике. Будь тогда ра-ра, напиши. И меня заразил Зик. Знаешь, что такое Зик? Нет. Звероподобный титану ебан, блядь. И я стал, блядь, титаном. И пиздеть не стану. Да вот. Я трясу задом и задом, я хочу быть той сукой, кого хочет весь мир. Быть той сукой, кто имеет визир. Быть той сукой, кто захватит эфир. Быть той сукой, с кого в шоке кассир. Я есть та сука, которая имеет все мани. Я та сука, которая срёт деньгами. Ну чё, нахуй, нормально, блин? Ужасная история была, еле отошел от этого, блядь. Че, а что это? Как, чем это связано? Блядь, тебе лучше знать, костная жидкость, знаешь, что такое? Костная жидкость. А так титанов ты не смотрел? Я титан прародитель. Не смотрел. Не смотрел? Титан первопроходец, первородный титан, атакующий. А ты не хочешь попробовать, знаешь, сделать в качестве эксперимента один стрим без антидепрессантов? Это будет депрессивный стиль. Это будет просто на фоне с тем, как ты всегда себя ведешь, мне кажется, это будет ебать как интересно. Просто узнать. Это будет вот такой же стрим, только. Айвона ра-ра. Просто понял, чтобы люди узнали с другой стороны тебя, какой ты без своих мощных таблеток. Дед. У него было такое. Они у меня не настолько прям мощные, то есть они это не там другие таблетки. То есть это... Они не делают меня каким-то, знаешь, там, колоссальным титаном, блин. Вот так ебало не сузивают. Вот этот голос твой легендарный. Это не оттуда все. Не-не-не. Что такая песня, это грустная обычная музыка. Они просто делают меня нормальным человеком. Знаете, я хотел вам давно сказать. Угу. Да. Что, такая музыка соответствующая. Слав, расскажи нам. Да, я скажу. Я давно хотел признаться. Хочу сосать. Да, вопрос может быть вообще в короткие сроки решен. Максимально причем. Грустно. Да, ты не можешь получить то, что ты хочешь. Каждый день не просыпаюсь и думаю, блядь, почему паровозик не зашел в депо? Почему в моем почтовом контейнере нет письма? Всем похуй на меня, да? Почему никто не положил в мой холодильник бутылочку Хейнкен? Почему твой вход всегда открыт? Почему люк не закрыли? Почему форточку оставили на проветривание? Я не понимаю, да. То есть у меня вроде бы... Я как... Блядь, как азбука вкуса, я работаю 24/7. Почему нет продукта? Грустные реалии. Нет поставок. Нет поставок. Я понимаю, почему нет поставок. Нет поставок. В принципе, нормально. Импортозамещение, бро, импортозамещение. Что там? Почему бак не полный? Почему мой бак не полный? Да. Ну твой-то, может, и полный, но, как говорится, сам себя не заправишь, брат. Хотя можно. Можно, можно. Знаешь, тоску нагнал, честно говоря.
Я тебе так скажу, жизнь такая штука. Ну, как часто ты задумываешься? Как часто ты задумываешься о жизни? Я? Да. Ну, блять, его в своде, я каждый день общаюсь. Я стараюсь делать это пореже. Это всегда больно. То есть ты не любишь порыться в себе, да? Поискать смысл. Ну, бухать веселее. Что? А когда ты бухаешь, ты не думаешь об этом? Не. А ты не думал, что ты бухаешь, потому что ты не хочешь задуматься о жизни? Не хочешь задуматься о том, как ее прожить, что правильно, что неправильно? Бро, я знаешь, я бухаю, потому что это ебать как весело, бро. Тебе не понять, бро. Блядь, согласен. А может быть, смысл жизни тварь, кайфовать без бухла? Да нет, ты пиздешься нахуй. Бухать так охуенно. Смысл жизни, может, кайфовать с бухлом. Бля, когда я ножу буду? В чем смысл жизни в чате? Скажите, вот по-вашему. Вот, философские темки пошли. Скучно, бро, пишет. Походу, в этом и есть смысл жизни. Да. Понимаешь, запустил стрим, не бухой, скучно. Она бессмысленная, по идее. Пишут в мемах. Вот, сосать письки в хуях, говорят. В членах! Делать что по кайфу. Ожидаемо, ожидаемо. Хуй, 100%. Драть. Деньга. Свободе. Сосать, чел, пишет, бля, да хуя, бля. Пишет, оставить за собой ребенка. В трусах. Где там, где оставить его, блядь? Ликс, а у тебя есть дети? Да, 3 ребенка. У него есть очень много детей, но они уже очень медленно двигаются. А реально есть дети? Вот реально. Что по отпрыскам? По спрыскам, так что сказать? Ну, есть или нет, бля, я так и не понял. Нет, у него не то, что, к сожалению, он вообще не использует назначение свой детородный орган. Он живет своей жизнью. Он уже 7-й день планирует пойти на улицу красных фонарей и говорит, подождите меня 5 минут, когда мы стоим у шлюхи, она смотрит на нас, как на долбоебов. О, красные фонари, мясо. Он сегодня знакомился с девушками. Я каждый раз надеюсь. На велике. А, нет, не сегодня, и ухожу. Не, знаешь, что ты понимал, у меня просто очень специфический, так сказать, запрос, он хочет именно отлезать. Блять. То есть у него такая история, то есть он говорит, я не хочу ебаться, я не хочу напрягаться, мне не нужен траты энергии лишней. Нужно просто реально лизнуть пизды, то есть реально трески въебать. Mm-hmm. Чтобы начал на спине лежать, тут начал двигать головой. А нету такой, знаешь, вот уже возраст вроде поджимает, вот такой вот депрессии, что еще вот сын не посажен, как бы дерево не построено и дом не рожден. Ёбнутый. Ему реально похуй. Бля, это на самом деле пиздец для меня, образец для подражания, я ебал. Человеку реально 36, ему на все. Заебись, мне так нравится, что я вообще ничего не слышу, что вы говорите. А, в этом, а, бля. Просто пытаюсь понять, о чем речь. Я хотел спросить, вот нету у тебя, вот знаешь, уже вот вроде возраст такой, да, как бы, ну, скоро помирать, как бы, в GTA-шечке, да, РП, а уже, как бы, до сих пор ни детей, там, ни семьи, ничего, вот нет такой хуйни? Знаешь, а как-то вот не хочется, хочется... Вот... Еще рано. И в игры играть. Еще раз. Нет, я, может быть, чуть как это, поздно развиваю, я не знаю, как это сказать правильно. Дело, чтобы ты понимал, что переходный возраст не начался. Да, у меня еще плечей не было. Я жду, когда... У меня еще усы, бля, белого цвета растут, бля. Да слушай, не хочется просто, да и все. Так вот удовольствие получаю, и здорово. Ну для этого, для того, чтобы ты получить удовольствие, плачешь по 100 евро сейчас. Иногда больше. Иногда больше, да, если хочешь, чтобы тебе еще отстрапунили. Ну вот мы в Италии были, вообще там 36, еще с родителями живут, и нормально. Ой-ой-ой. Летим тоже? Да. Блядь, куда? А, так он закрылся. А, в Италии. А чё так грустно? А у нас вечерняя грустная философия. А чё так грустно? Ну, такая музычка ещё играет. Бахни анекдот, бахни. Как будто хоронят кого-то, вроде все живы. Дим, анекдотик. Что ты сказал? Ёбни, реально. Что? Что сказал, когда тебя позвал? Я, кто, Слава? Нет, ты, когда тебе позвал. Я вообще ничего не сказал, брат.
Сейчас я посмотрю что-нибудь. Что-нибудь свеженькое для вас. Секундочку. Давай, дайте давай, мне 2 минуты. Давай свеженькое что-то. 2 минутки дайте. Дайте ему 2 минутки, говорит чел, которому 36 лет, у которого хуй знает, сколько их осталось. Ой, ребята, да, жизнь такая штука, бля. Вот сидит старый пармезан, сука, сухой, реально. Да. Блять, он такой веселый, сука, такой позитивный, бля. Я смотрю, как он это делает, тварь, бля. Я тоже не знаю. Бля, 26, бля, это... бля, у меня все хуже, чем у него в 36. Жень, все. 36 реально? Это просто пиздец. Ну, да, может быть, реально, может быть, реально только дело... родился, блядь. Смотри, возможно, дело в том, что он не делится с Мегмой своей. То есть он не... Ну, а дрочит как бы? Нет, ни в коем случае. Он вообще не спускает сперму. Он только отлизывает. То есть он питается соком. Он ее копит. Он как триант-протектор, бля, он из почвы все. Но он никогда сам не тратит, понимаешь, своего. То есть березовый сок он не дает. В этом весь прикол. Чел пишет, честно, немного скучно. Ну, как говорится, да пошел ты нахуй. Честно, немного отъебись. Очень красиво я ебал. Опа. Немножко любви. У меня тоже. А чё? А чё вы хотите, чтобы было, чат? Ничего не будет. Не, ну я могу хуя расчехлить. А чё ты Катю поцеловала, а Диму нет? Здорово, ребята, я влечу. О, покушал? Покушал, покушал. Артём, подкат? Офайте стрим, скучно, скучно. А, это ты пишешь, сука. Создался куча аккаунтов и хуяри. Да, да, да. Разогнал до 50. Создаю вид, что в чате есть люди. Актив, так сказать. Машину заправил, понял? Полетел. Ключи, бля, дёрнул, и всё, полетело. Артём, подкат. Артём, подкат, ёбаный сыр, нахуй. Квадратик, треугольник, блядь, перед-перед-назад, нахуй. Малыш. Что, вы засыпаете там, что ли? Ну, знаешь, немножко расфилософствовались и стало скучно. А у меня такая потихонечку, знаешь, как будто эта таблеточка отпускает, и мне вот все как-то вот пусто-пусто внутри. Вот как ты вот... Короче, сейчас нахуяришь. Вот походу, да, походу сейчас пойду нахуярить, блядь. А попробуй завтра бросить, нахуярь сейчас прям. Сука! Я пробовал так уже. Не, покажи, как тебя разнесет, мне просто интересно, как ты изменишься, блядь. Нет, тебе надо заменить чем-нибудь, фифой поиграть. Да, ненавижу. Ты фифу умеешь играть? Фу. Кто? Ну, за Артём подкат, блядь. Я? В UFC кто-то умеет играть здесь? В UFC нет. Я во все, кроме UFC, умею. Ну, бля, жаль, нахуй. Так бы просто пиздюлились. Я очень жесткий в UFC, я прям... Блядь. Прям серьезно. Я прям сразу первый свой матч проебал. Не-не, нормально. То есть я проигрываю, но я становлюсь сильнее, бля. Я как Веном, понимаешь? Эта музыка реально, блядь, сейчас усну нахуй. Ты заебал, ты нас как будто спать нахуй, ты нас как мелатонин, блядь, сон клонишь. Сон клонишь. Просто заказы, заказы. Может, посмотрим Марка Булаха, блядь, наконец-то. Бля. Как будто мы сейчас уснем, он начнет просто члены по губам водить, понял? Алишер, вруби, пожалуйста. Что, а там, ну а вдруг там какие-то эти неконтролируемые контенты? Ну похуй, а давай попробуем. Говорят... Там люди говорят... Хочешь, достану свой неконтролируемый контент? Я заходил к братишкину, он смотрел. Ну, кстати, сегодня ты к нему уже не заходил, потому что его забанили. Блядь, я здоровый, нахуй, я ебал. Я в ахуе, дядь, я тебе всегда говорил, блядь. Бля, вот тварь ебаная, блядь, биштекс, сука. 2 на 2 метра. Что, да, Марка Булаха? Вчера, скорее, позавчера, все спамили постоянно. Да, подрубай, это контентыч. Я думал, он давно уже не делает ничего. Он делает редко, но метко там. Он с девчонкой сделал, там вообще угар. Какой, что? Марк Булах последний. Ну вот, что именно? Да, я стримлю же экран сейчас в Дискорде. Ну, просто нажми Марк Булах. Открой канал, самое последнее видео. Давай. Да. Хорошо. Поехавший программист, правильно? Ебать, 50 минут, вы чё, угораете? А будем ускорять. Марина, X2 реально. На X1.5, ладно. И в 4К хуяри. С 1.25 начнем. Ну хорошо. Бля, я раньше вообще с его видосов, конечно, охуевал, честно говоря. Это когда времена Эдварда Билла были, я с него охуел, а потом увидел Марка и вообще охуел. Да всё, подрубай. Да, всё.
Привет, друзья, добро пожаловать ко мне на канал. Не прошло и полгода, добро пожаловать на новый выпуск. Очень соскучился, так же, как и вы по мне. Блин, ну я же начало снимаю, ну ёпара, что ты? Я нахера встал сюда? Включаем выпуск погромче, чтобы на вас вызвал сосед мусоров. Оставляем лайки, пишем комментарии, потому что за самые топовые креативные комментарии вы получите 5000 рублей. Нихуя себе, хватит на самую дешевую путану. Сажаем рядом девчонок, пальцы в киску, собаку одеваем на хуй, делаем погромче, смотрим этот выпуск. Бау! Давайте скорую вызову. Нафига мне скорая? Где хуёво как-то? У меня инвалидность есть? Нет. А я сейчас позвоню в психушку и тебя заберу. Ты просто очко на днях порвали. Какое без... очко? Трещина анальная какая-то пошла. Я тебе сейчас глаз пристрелю. Ты по ДНХ нахуй ехал? Хуя, блин. Что ты делаешь, блядь? Что мне скорая? Вы можете остановиться, я не буду за вами бегать. Я сейчас зубы выберу. Компьютерные девайсы не интересуют. Дебил, я бы заработал. Чтобы у вас вирусы были, чтобы у вас программы не запускали. Это 2.5. Давай миньет. Ты что, ебанулся? Ты меня ехал, я миньет. Пошел, пап. Другим подойдешь, тебя убьют. Сейчас голову не шатает. Я просто хочу вам пизду отлезать. А это острое, да? Модно, ну как модно, скажем, приемлемо. Я тебя знаю, брат. Можешь с тобой сделать? Ну, у него там еще и девочка появилась какая-то. Да-да-да. 1x все просят, ну давай 1x похуй. Бля, брат, не надо ставки рекламировать. Бля, нихуя вы, пацаны, башенка. Давай, может, подожди, сейчас я... Нихуя, блядь. Я бы как-то... Ебать, Диман крепкий. Сейчас. Сколько качалки будет мания, блядь. Чтобы видосы побольше сделать. Как это все разместить, блядь, грамотно? Дим, можешь его за жопу взять? Давай, еби меня, старый подгузник! Так, что ты делаешь, ты падаль, ебаный? Куда меня вытягиваешь, хуй ты, сука? Гусиный. Ребята, все хорошо у вас там? Да, конечно, брат. Фармите? Все охуенно. Вот, ребята, Амстердам, пожалуйста. Дай пролезу, стой. Садись. Так. Блять. Бля, я бы тоже на Димане посидел. И это вот так сделать. О, гениально. Так. Я, наоборот, просто всех закрыл. Да, ну подожди, у вас задержка просто идет. Я сейчас все сделаю круто. Я даже себя буду... отражу, чтобы ебать, как будто я смотрю ты, видео. Ты хакер, я ебать. О, видали? Пацаны, Adobe Photoshop, ебать. Пожалуйста, ты карту закрыл. Чё закрыл? Карту закрыл. Какую карту, блядь? Ты в доту играешь. Понятно. Едь. Ты накуришь, что ли? А? Накуришь, да? Вообще мясо. Я, блядь, обожаю видосы просто. Предложите поотсосать вот этого? Не, нихуя. А чё? Ну, для контента. Бля, ну, короче, ты людей, короче, подъёбываешь, охуйте. Друг мне не поверит. Давай вот так, чтобы друг вообще не поверил. Нет, так вообще не варик. Учишься ты на актёрском? Нет, я в школе учусь. И куда собираетесь поступать? Конечно же, в ГИТИС. У вас это получится. Честно? Непременно. Спасибо вам большое, Маргарита Ивановна. Вы просто самая лучшая женщина на этом свете. Я не сомневаюсь в этом. Удачи вам, молодой и человек. Вам. Ты чё, придурок, что ли? Чё у них с воспитанием? А у тебя чё? А чё она мне говорит такие вещи? Чё она тебе говорит? Типа чёрт. Я говорю, в смысле чёрт? А чё она такие вещи говорит? Сука ей, прикольная. Ну, блин, со словами я бы поаккуратнее был, реально. Кто-нибудь другой бы подойдёт вместо меня, сожрёт же её. Чё, как дам? Ты что? А чё она гавкает? Ты что, что-то... Да, хорош. А? Да не знаю, она гавкает. Она и будет сидеть на крыше. Да? У меня просто собаки, у меня кот. Прикольный пес. Я бы ему вставил. Блин, у меня у девчонки тоже такая знакоменькая, тоже коричневая. 2 годика, да? Блин, милый такой. А почему он такой? По-разному. Блин, хочу девушке просто подарить. 1100, наверное. Ага. А он писю лежит, не? Что делает? Писю лежит. Нет. Я просто девушке хочу взять. Зачем? Я не делаю куни. Надо учить, дрессировать. Как вас зовут? Николь. Кидман? Да. Блин, класс, трахнул бы ее. Хорошая, бля. Хорош. Хорош, может. У тебя писька просто отпадает. Блин. Мой человек.
get spicy. Step out this same mouth. О, ой! Я охуел? Да что такое? Сейчас когда? Блять, за что нахуй? Да ты охуел? В смысле, блять? Че, он ёбнулся, что ли? Что случилось? 350 рублей из кармана должна платить. Ты берешь две книжки, прячешь их себе, ну, и застегиваешь. Я присматриваюсь. Ты, блядь, воруешь. Я присматриваюсь. Хочешь, я сейчас ментов вызову? Я просто хотел ознакомиться. Ознакомиться тут? Не, я заебался, честно говоря. Мне сложно смотреть видео длиннее 2 минут. Я заебался. Бля, такая жиза ебаная, нахуй. Так, все, да. Пиздец. Да, 50 минут. Промотай до тёлки. Промотай до тёлки. 50 минут сложно, пиздец. Я, пожалуй, пойду хавать и кину вас всех, господа, нахуй. Бля. Нахуй я бы и сам...